Здравствуйте, вы смотрите программу «Неделя спорта». С вами я и ведущий Роман Плинсков. Как обычно в это время на телеканале «Универ ТВ». Как обычно, годная подборка новостей из мира студенческого спорта ждет тебя прямо сейчас. Поехали, мы начинаем. Начинаем с гандбола. Студенческая гандбольная лига Республики Татарстан порадовала нас на этой неделе противостоянием сборных Казанского федерального университета и сборной КНИТУ КХТИ. Начало матча было относительно равным. Долгие позиционные и результативные атаки КХТИшников сменялись быстрыми контратаками сборной Казанского федерального университета. Помимо голов было и много фолов. Сборная КФУ несколько раз привозила к своим воротам штрафные броски, которые, к счастью, блестяще отбивал вратарь федералов. Неудачные броски по воротам устроили полную дезмораль в стане КНИТУ КХТИ. Замотав своих соперников во втором тайме, сборная КФУ начинает далеко уходить в счете. Очередная победа сборной КФУ со счетом 22-13. Продолжаем программу новостями с мини-футбола. На этой неделе сборная Казанского федерального университета всерьез собралась забирать золотые награды спартакиады вузов Республики Татарстан в данном виде спорта. На этой неделе подопечные Владимира Рязова провели сразу две встречи. Первая против КНИТУ КХТИ, вторая против Энергоуниверситета. В первом матче сборная федерального университета весь первый тайм расстреливала вратаря КХТИ, но забить гол им так не удалось. Во втором тайме, после наставления тренера и хорошей игры в нападении, все-таки удается раскачать вратаря и отправить в ворота три безответных мяча. Во втором матче против энергетиков Казанский федеральный университет играл так же, как и в первом, но в отличие от игры с КХТИ, первый тайм завершился со счетом 2-0 в пользу Казанского федерального. Второй тайм уже был более насыщенным. 5 голов в сумме и россыпь штрафных ударов. Очередные две победы Казанского федерального университета и продолжительная серия матчей без поражений. Игра проходила по нашему сценарию. В целом мы рассчитывали подавить команду «Энерго». Своей задачей, с установкой на игру мы в целом справились. Считаю, что мы заслуженно выиграли, победили. 6 апреля состоится заключительный матч спартакиады вузов Республики Татарстан по мини-футболу. На стадионе КАИ «Олимп» Казанский федеральный университет играет против Павловской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Начало матча в 15:00. Приходи поддержать свою любимую команду. Вернемся к внутривузовским соревнованиям Казанского федерального университета. На этот раз чемпионат по баскетболу в рамках спартакиады студентов и аспирантов Казанского федерального университета. Кто в этом году забрал себе первое место, расскажет Диана Загирова. В спортивном комплексе «Уникс» 25-27 марта состоялись матчи спартакиады Казанского федерального университета по баскетболу между институтами КФУ. На данной встрече выяснилось, каким командам не хватило слаженной работы, кто и как проявил себя и кто же одержал первенство. Первые два дня проходили групповые этапы, в которых приняли участие 17 команд. Самая интересная и равная была группа А. Изначально фаворитом были прошлогодние бронзовые призеры команды Института экологии и природопользования во главе с бывшим капитаном сборной КФУ Антоном Лавровым. Но, к сожалению, Антон участие в данном турнире принять не смог. Из-за этого команда Института экологии и природопользования даже не вышла из группы в плей-офф. В ожесточенной борьбе в этой группе первое место заняла команда Набережно-Челнинского института КФУ, второе место – Институт геологии и нефтегазовых технологий. В группах Б, С и Д сенсации не произошло, и в плей-офф вышли записные фавориты, а именно Институт физики, Институт математики и механики, Институт вычислительной математики и информационных технологий, а также Институт филологии и межкультурной коммуникации и юридический факультет. В рамках плей-офф первыми на площадку вышли сборные юридического факультета и Набережно-Челнинского КФУ. Первая половина матча закончилась в ничью 9-9. Во второй половине из-за отсутствия замен спортсмены из Челнов очень устали, и юристы взяли инициативу в свои руки и довели дело до уверенной победы. В остальных матчах 1/4 финала победу одержали сборные и в МИД, и ФМК, и ИОФ и заслуженно вышли в полуфинал. В первом полуфинальном матче встретились сборные юридического факультета и в МИД. Борьба на каждом участке площадки, фолы, феерия трехочковых – так можно было охарактеризовать их матч. В этой битве за финал сильнее и точнее оказались баскетболисты юрфака, выиграв со счетом 34-20. Второй полуфинал состоялся между филологами и экономистами. Благодаря слаженной работе, точным передачам и трехочковым броскам команды эконома счет к концу первого тайма стал 9-23. Во втором тайме темп игры упал, однако ФМК всеми силами пытались забросить мяч в корзину. Матч закончился со счетом 18-38 с разницей в 20 очков.
Бронзовым призером в равной борьбе становится команда Института ФМК в борьбе с ИВМИД. С каждым матчем напряжение росло, ведь все ожидали долгожданного финала, который состоялся между ЮФ и юридическим факультетом. С первых секунд началась упорная борьба. Сильные игроки, бурные эмоции и напряженная игра. После равного счета 5-5 юрфак начинает владеть игрой, а энтузиазм ЮФ идет на спад. Тренер ЮФ берет тайм-аут и вносит коррективы в игру. Однако юрфак стремительно двигается вперед. Большую часть удачных бросков пробивает игрок из сборной команды КФУ Алмаз Избасаров, который в итоге приносит победу своей команде. Как итог, счет на табло 18-31. Юридический факультет забирает золото и одерживает победу. Диана Загирова, Анастасия Айдаркина, «Неделя спорта». Теперь поговорим о волейболе. На этой неделе завершился регулярный чемпионат студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан для Казанского федерального университета. Подробнее о прошедших играх расскажет Софья Александрова. Регулярный чемпионат студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан среди мужских команд завершился в эту среду, 27 марта, в спортивном зале «Уникс». Во вторые и третьи места в турнирной таблице сражались сборные Казанского федерального университета и Казанского государственного архитектурно-строительного университета. По результатам жеребьевки право первой подачи было за командой КГСУ, но блокирующие сборные КФУ не дали мячу перелететь на свою сторону площадки. Строители были настроены довольно серьезно, и серии подач вырвались вперед. Удачная скидка от федералов принесла желанные очки в команду. Сборная КГСУ была настроена решительно на победу, и нелепые ошибки федералов были им на руку. После очередного тайм-аута сборная федерального университета догнала соперника, и волейболисты архитектурно-строительного университета перешли на агрессивную игру. Силовые подачи от строителей позволили вести в счете с немалым отрывом. Итог партии 25-17. Во второй партии игроки сборной КФУ собрались и вели ровный счет, но гости не хотели уступать и блокировали удары федералов, что заметно сеяло напряжение внутри сборной КФУ. Поддержка тренера помогла ребятам собраться и принять сетбол от команды КГСУ, но перевес 5 очков принес соперникам победу и во второй партии со счетом 25-20. Одной из самых напряженных стала третья партия, где соперники буквально наступали друг другу на пятки и не давали оторваться в счете. По ходу партии, как на трибунах, так и на площадке, каждая подача игроков сопровождалась громким гулом. Решающие 3 очка сборная КГСУ добила уверенными пайпами и завершила игру со счетом 25-22. Несмотря на поражение парней, копилка сборной КФУ продолжает наполняться победами женской сборной. В рамках студенческой волейбольной лиги, но уже среди женских команд, 27 марта на главной площадке спортивного комплекса ТЭЗУЩЕ встретились сборные КФУ и КГСУ. Первая партия закончилась со счетом 25-21. Победа для наших студентов. Однако в начале второй партии сборная КГСУ сдаваться не собирается и стремительно набирает очки, стараясь закрепить свои позиции. Счет на табло 23-19. Команды продолжают играть в том же самом темпе. Но все решает эйс нападающего. И пока болельщики с замиранием следят за ходом игры, команда КФУ дает отпор, тем самым выиграв вторую партию со счетом 25-22. Волейбол – игра стойких и упорных. Именно таким предстали представительницы команды КГСУ, пытаясь противостоять команде Казанского федерального. Казалось бы, что третьей партии они отвоюют победу, но сплоченный состав команды КФУ, игра в одно целое и ловкое умение брать лидерство в самый сложный момент игры не оставили ни единого шанса. Третья партия завершилась со счетом 28-26 в пользу федерального университета. Матч был очень напряженным и энергичным. Агрессивная тактика, комментарии тренеров не давали ослабить борьбу за победу, но в сегодняшнем матче удача была на стороне волейболиста КФУ. Итоговый счет по партиям 3-0. На следующий день, в четверг, 28 марта, но уже на паркет «Уникса» вновь вышла женская сборная КФУ. Ее соперницами стали сборные КНИТУ КАИ. Первая партия прошла довольно быстро. С первых же минут матча сборная КФУ начала показывать хорошую игру и уверенно настроена победу. Они с легкостью обогнали соперниц в счете и завершили партию с уверенным отрывом в 15 очков. Итог первой партии 25-10. Во второй партии соперницы собрались и открыли счет с 3 силовых подач. Но сборная федерального университета не позволила КАИстам наступать им на пятки и заметно оторвалась в счете. Матерские подачи от федералок позволили закончить вторую партию со счетом 25-11 в пользу КФУ. Одной из самых напряженных была третья партия. Сборная КНИТУ КАИ после тайм-аута была настроена решительно. Нервное напряжение нарастало среди болельщиков, и каждую подачу они сопровождали гудением и кричалками. Борьба была настолько насыщенной, что нервы сдавали даже у тренеров. Контрольный мяч переходил от сборных к сборной. Неосторожности заступы сыграли на руку КАИстам. И в третьей партии победу держала сборная КНИТУ КАИ со счетом 27-25. Исход встречи решился в четвертой партии. Сборная КФУ с первых минут матча дала понять, кто на площадке главный. Многочисленные пайпы и хорошо продуманные скидки увеличили шансы на победу. И когда счет был 22-9 в пользу КФУ, стало очевидно, кто заберет победу. Неожиданности не произошло, и 25-й эйс принес очередную победу сборной КФУ. Итоговый счет четвертой партии 25-10. Счет по партиям 3-1. Софья Александрова, Нелли Серебрякова, «Неделя спорта». Под занавес этой недели хоккеисты сборной Казанского федерального университета начали борьбу в плей-офф единой хоккейной лиги.
Подробности о полуфинальных встречах расскажет Анастасия Айдаркина. Остановившись в регулярном чемпионате единой хоккейной лиги на втором месте, сборная Казанского федерального университета начинает борьбу за чемпионство. Первый соперник – сборная КНИТУ КХТИ. Серия матчей плей-офф за выход в полуфинал началась на ледовой арене «Ватан» 31 марта. Включив режим «Все в нападении», сборная КФУ выигрывает вбрасывание и обосновывается в зоне соперника. На протяжении двух минут КХТИ пытается выйти в контратаку, но безуспешно. На второй минуте матча за атаку на соперника, не владеющего шайбой, малым штрафом наказан Ренат Давлетшин. Далее сборная КФУ в течение 10 секунд смогла комфортно расположиться в зоне соперника и забросить первую шайбу 1-0. Артем Перов записывает на свой счет первую шайбу в плей-офф. Федералы, поймав кураж, продолжали доминировать на площадке. Но досадное нарушение правил испортили весь ход игры. Сначала счет на 11-й минуте сравнивает Ильнур Галимов, а затем на 18-й минуте с передачей Эльдара Салахова счет 2-1 делает Александр Волков. Второй и третий период на площадке доминировали хоккеисты КХТИ. На заброшенную шайбу в начале второго отрезка игры от Федерального университета КНИТУ КХТИ смогли поразить ворота соперников 3 раза. Счет в конце второго периода становится 5-2, а в конце третьего уверенную победу в серии забирает КНИТУ 6-3. В втором матче серии все могло решиться в пользу КНИТУ, но Казанский федеральный университет, играя максимально агрессивно, практически весь матч вели в счете 2-0. Игра с обеих сторон пошла максимально грубо. Сразу две драки и большое количество удалений со стороны федерального университета. Такой расклад был на руку хоккеистам КХТИ, и в последний отрезок матча тренер КНИТУ КХТИ снимает вратаря в надежде на грамотную игру в большинстве. Но защита Казанского федерального университета не дала перевести игру в овертайм и сравнивает счет в серии 1-1. Анастасия Айдаркина, Эльвина Губайдуллина, «Неделя спорта». Счет в серии 1-1, и нас с вами ждет еще один захватывающий матч этих двух команд. Состоится он 3 апреля в Ледовом дворце «Золотая шайба». Начало матча в 18:00. Приходи поддержать свою любимую команду. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Принцков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. Пока-пока.